Нет, вы готовы? Зрители не готовы. Еще шоу! Поехали! Итак, 3, 2, 1, поехали! Можно музыку чуть пожестче? Друзья, поддержите любимого ответа, если он вам понравился. Это просто не может не понравиться. Анатолий, 4, 3, 2, 1, переход. Чистый. О-о-о, Макс. Игорь, продолжай. Четыре, три, два, один, переход. Тащи! Очень красивый переход. На самом деле даже не успел что-то сказать. Анатолий делает различные стили, различные трюки. Все это очень быстро и стильно. У тебя еще 8 секунд. 3, 2, 1, и суперскоростные сеты и переход. Друзья, вроде такого соперника, как Толина, намного больше поддержки. Давайте пошумим. Выход Игоря. Плавненько и стильно. И все-таки он сделал пас. Игорь, у тебя еще 5, 4, 3, 2, 1. Безошибочный выход Игоря Олейника. Друзья, вам понравилось? Чемпионский выход специально для вас. Я думаю, судьям надо посовещаться. На самом деле, очень заслуженно, что один из них сейчас покинет наш чемпионат, а один продолжит путь. Друзья, не расходитесь, потому что сейчас будет второй батл топ-8. После того, как мы узнаем судейское решение по батлу. Итак, 3, 2, 1, Анатолий Янченко. Красава, все красавцы. Аплодисменты Игорю Олейнику за отличный батл.